Здравствуйте, меня зовут Селечик Юлия. Я учусь во второй школе в 8А классе. Я увлекаюсь спортом, танцами, музыкой, люблю рисовать. Я подготовила танец вместе со своей одноклассницей и подругой Олей Ковицкой. В этом танце присутствуют акробатические номера. У него есть сюжет. Я желаю всем своим соперникам удачи и победы. Ну, конечно, я хотела бы со своей подругой победить. И мой девиз по жизни – танцуй всегда, танцуй везде, на суше, в воздухе, в воде. So I'll have to pack my things and go. Let's go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. One, two, three. Now, baby, oh, baby, don't you creep me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. I guess if you say so, I'm gonna get my things and go. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Огромное спасибо, девочки. По поводу вас, ну, сюжет, костюмы молодцы, немножко сработало волнение, немножко от волнения, наверное, немножко не очень наблюдалась ваша пара, но это все придет с годами, не бросайте, занимайтесь, молодцы. Хотелось бы, наверное, сказать зрительному залу, если есть поддержка, музыка очень такая живая, девчонки яркие, красивые, старались, зрительный зал немножко не поддержал. Мне кажется, нам и зрительному залу давайте нашим конкурсантам немножко поможем, и тогда на сцене будет больше куража, наверное. Мне очень понравилось там. Конечно, волновалась, но все равно было хорошо. А что тебе понравилось больше всего? Ну, выступать понравилось, хорошо так. А ты согласна с оценками, которые тебе поставили? Ну, согласна, да. А как ты сама оцениваешь свое выступление? Я думаю, мы хорошо выступили, справились со всем. Сложно ли было подготовиться к четвертьфиналу? Ну, сложновато, ничего, не смогли. А ты сама ставила номер или тебе кто-то помогал? Мы сами ставили номер, но еще помогала наша учительница.